Всем здравствуйте! Очень рада видеть вас снова в прямом эфире. Сегодня у нас достаточно интересный будет эфир. У нас будет эфир по новым эмпастам. Мы посмотрим цвета с вами эмпасты, мы разберем, что такое эмпаста, ну и, конечно, ей поработаем. Всем здравствуйте! Доброе утро! У кого-то добрый день, у кого-то доброе утро. Так, переворачиваемся и потихонечку начинаем. Так, я думаю, что уже все слышали, наверняка, что у нас вышли новые эмпасты. Эмпаста называется набор Fall in Love. Эмпасты очень классные. Эмпасты у нас выпущены по цвету к нашей коллекции, которая вышла чуть ранее, коллекции «Эгоизм». Они очень подходят к этим цветам. И, в принципе, изначально планировалось, что они будут прям очень близко. Где-то эмпасты могут отличаться немножечко, естественно, потому что все-таки это разные коллекции, это разная плотность, это краски, это у нас гель-лаки. Но, тем не менее, они выпущены были именно подходящими друг к другу. Здесь у нас в наборе 6 оттенков. Мы сейчас с вами все их, конечно же, посмотрим. Посмотрим, как они наносятся, посмотрим, как ими работать. Давайте я сделаю такую мини-выкраску на типсах, покажу вам просто оттенки, как выглядят оттенки вживую. Так, фильтр выключаем, чтобы он нам не портил цвета. Покажу, как они выглядят вживую и насколько они совпадают с цветами эгоизма. Ну, давайте начнем по порядку. Цвета здесь очень удобно, цвета здесь на коробочке все представлены. Их можно сразу увидеть, сразу рассмотреть. Итак, фиолетовая эмпаста у нас — это City Lover. Так. Всем здравствуйте, кто только-только присоединяется. Такой вот красивый, интересный фиолетовый оттеночек. Эмпасты. Что такое эмпасты? Давайте остановимся на эмпастах, на том, что это, потому что, возможно, не все знают, что это за краски. Эмпасты – это у нас краски гелевые, пасты гелевые без остаточной липкости для дизайнов сверху уже готовой поверхности. То есть мы ими можем рисовать по топу. Они для этого и предназначены. Мы ими можем работать, конечно же, и под финиш. Это будет, скажем так, ни капельки не хуже, но тем не менее мы с ними можем работать и поверх готовой поверхности. Смотрите, вот такой вот оттеночек. Я не буду их выкрашивать прям в два слоя, я просто вам хочу показать оттенок. Очень красивый цвет, очень красивый цвет. Этот оттеночек у нас подходит. Давайте сейчас, пока я просушу,
я вам найду оттенок, под который подходит у нас с вами этот цвет эмпасты. Мы его можем использовать под наш один из самых востребованных коллекций цветов. Еще раз говорю, напоминаю, что я говорю про коллекцию «Эгоизм». Тема у нас «Новые эмпасты Fall in Love». Осенняя коллекция эмпаст. Смотрите, он очень хорошо подходит под оттенок вот этого гель-лака. Да, гель-лак шиммерный. Цвет эмпасты у нас не шиммерный, но тем не менее их можно использовать совместно. Сейчас покажу, как это выглядит. Эмпастами очень круто делать фэшн-фактуры. Кто не знает, фэшн-фактуры — это у нас прорисовка тон в тон с фоном. Смотрите, по матовому топу наносится эмпаста. Вот таким образом это выглядит. На мой взгляд, очень интересно и очень подходит в принципе друг под друга. И то, что в цвете шиммер, никаким образом не портит это красивое сочетание. Далее, следующий у нас оттенок с вами будет. Это оттенок Happiness. И этот оттеночек у нас немножечко темней. Я думаю, что многие уже догадались, под какой цвет из коллекции он подходит. Это, конечно же, 343. Смотрите, они практически один в один. Еще раз говорю, они могут между собой немного отличаться. В любом случае, это два материала, у них разная фактура, у них они в принципе между собой разные, не похожие. Поэтому они, конечно, могут между собой немного отличаться по цвету. Но выпущены они были таким образом, чтобы подходили и под эту коллекцию. Так, здравствуйте. Если эмпаста загустела, чем ее можно развести? Если эмпаста загустела, вы можете добавить маленькую капельку топа Теклас. Но, девочки, это должна быть очень маленькая капелька, потому что если вы добавите много топа Теклас, у вас эмпаста просто-напросто будет плыть. Она станет достаточно жидкой, и работать ей может быть некомфортно. То есть какую-то четкую линию вы уже не проведете. Поэтому топ Теклас, да, все верно, но в очень небольшом количестве. Итак, это у нас эмпаста. Happiness. Кто как. Называйте по-разному, но смысл один. Набор эмпаст по стоимости будет 1500. В продаже, насколько я знаю, они уже есть, поэтому здравствуйте, Германия. Поэтому, кому нужны эмпасты в работу, спрашивайте у ваших уже дистрибьюторов. Дальше у нас эмпаста. Это коричневый оттенок. И, конечно, эта эмпаста у нас подходит под оттенок 344 оттенок гель-лака. Эмпаста у нас подходит прекрасно под этот оттеночек. Предыдущий, кстати, покажу вам в работе. Вот он. Видите, замечательно, один цвет дополняет другой. И оттенок, который мы сейчас рассматриваем,
То же самое, очень хорошо, они очень близко друг под друга. Оттенок вам выкрашиваю, чтобы его было видно хорошо, полноценно. Эмпасты могут использоваться, конечно, и не в рамках коллекции этой. Они могут использоваться в рамках любой другой коллекции. Колеровать эмпасты между собой вы можете точно так же, как и оттенки гель-лаков. То есть, если у вас нет какого-либо цвета, у вас нет какого-либо оттенка, вы эмпасты колеруете так же, как и оттенки гель-лаков. Эмпасты замечательно между собой колеруются. И из любого оттенка с добавлением той же белой, черной эмпасты вы можете получить уже совершенно другие цвета. Так, дальше, следующий у нас оттеночек, ну, это сама нежность, конечно, под наш 345 оттенок из осенней коллекции, полюбившийся всем, всем любителям, как мы ее называем, нежнятинки. Да, у нас под эту эмпасту есть вот такой вот нежный-нежный, невесомый оттенок 345 с легким таким красивым шиммером. Они идеально друг друга дополняют. Мы сейчас, кстати, с вами попробуем сделать дизайн и тон в тон с оттенками этой коллекции. И попробуем с вами сделать какой-нибудь дизайн без использования этой коллекции, чтобы вы могли посмотреть, что ее можно использовать и так, и так. Так, выкрашиваем. Вот такой красивый, очень нежный бежево-розовый оттенок. Бежево-розовый оттенок, смотрится он в дизайне вот таким вот образом. Их можно присыпать песком. Я думаю, что многие из вас слышали о технике бархатный песок. Их можно наносить самостоятельно. В общем, в использовании на самом деле вариантов просто масса. Следующий оттенок Bliss. Это у нас цвет фуксии. Этот оттенок у нас под цвет 340 Out of Control. Смотрите. Да, может быть, немножечко отличается, но тем не менее достаточно близко между собой они идут. Наносим. Смотрите, ни в коем случае сейчас я вам наношу оттенки на типсы для того, чтобы было хорошо видно цвет. Покрывать эмпастой вот так вот полноценно, как цветом, нельзя. Сразу говорю, у вас эмпаста может сколоться. Она без липкого слоя, она без дисперсии. И покрывать ей как цветом ни в коем случае нельзя. Если вам нужно обморочно покрыть эмпасту, допустим, у вас нет подходящего оттенка, и вам нужно покрыть ее как тон,
под дизайн вы можете добавить в эмпасту немного топа с липким слоем. Это может быть слайдер топ, это может быть классический топ с липким слоем, но с липким слоем. И только после этого вы можете ей работать как цветом. В чистом виде эмпасту как цвет наносить ни в коем случае на ноготь нельзя. Так же, как и френч. В чистом виде, если вы сделаете эмпастой френч, у вас он просто-напросто весь сколется. Поэтому здесь аккуратно, это не гель-краска, это именно краска без липкого слоя для прорисовки. Она выпущена изначально была для прорисовок, для дизайна. Это Bliss, эмпаста Bliss. Вот таким образом это выглядит в дизайне. И еще один у нас оттеночек остался. Этот оттенок, он идет под наш красный цвет 339. Таким образом. Нет, эмпаста не используется полностью под покрытие, в качестве оттенка для покрытия на весь ноготь. Ни в коем случае. Эмпастой вы делаете прорисовку, а цвет фона вы подбираете из оттенков гель-лаков. Красивый очень 339. И под него идет уже оттенок эмпасты. Как я уже сказала, они могут немного отличаться между собой, но они максимально близко друг к другу по цвету. Красивый очень оттенок. Тоже его просушим пока, я вам покажу его в дизайне. Ну, чуть-чуть он с розовинкой больше, чем сам красный, но тем не менее очень красиво смотрится. Так что вот такие у нас вышли оттенки. Еще раз повторюсь, это у нас эмпаста, осенняя коллекция Fall in Love. Мы сейчас попробуем с вами сделать вариант дизайна именно тон в тон в стиле фэшн-фактуры, вот в таком стиле. И один вариант мы с вами попробуем сделать как дополнение просто к какому-либо дизайну, как акцент, очень красивый акцент. Оттенок предлагаю вам взять, наверное, светлый, чтобы на камеру хорошо было видно. И предлагаю вам взять сейчас наши декорации, которые у нас выходили. Так, сейчас найду. Помните вязаный маникюр? Очень люблю эти декорации, особенно сейчас в осенне-зимнее время. Они как раз на пике популярности, потому что сейчас дизайн свитерки очень-очень прям в теме. Он набирает обороты, и наступает время, когда этот дизайн будет максимально эффективен, максимально актуален для всех наших клиентов. Так, и давайте что-нибудь тогда сделаем. Оформить дизайн можно по-разному. Не обязательно покрытие делать на весь ноготь, чтобы у нас была фактура свитерочка. Оформлять можно достаточно современным образом. И можно минимизировать прорисовку таким образом, чтобы нам было с вами удобно
быстро прорисовать это, чтобы вы не сидели полчаса, весь ноготь прорисовывали, а еще лучше, если это 4 ногтя. Поэтому здесь можно все, конечно, минимизировать и свести под минимум прорисовку. Покрываю оттенком 345. Покрываем оттенок 345 и сушим. В этот момент мне понадобится сама декорация. Мне понадобится топ-слайдер. Это топ для крепления декораций. Далее мне понадобится, конечно же, топ матовый вельвет. И ультрабонд. По порядку будем все сейчас наносить. Цвет у нас пока просыхает. Мы можем с вами вырезать какой-либо элемент нашего декора. Можно вырезать черный. Очень интересно будет смотреться, если вы по черному прорисуйте фактуру. Можно вырезать вот такой вариант. Смотрите, я сделаю вариант, как я уже сказала, не на весь ноготь. Я сделаю частично элемент. То есть я отрезала часть декора. То, что мне необходимо. И я это все буду размачивать в водичке. Пока у меня это все размачивается, хорошо вообще размачивать все декорации, все слайдеры в теплой воде, потому что сами декорации, они становятся более такими мягкими, эластичными, податливыми, хорошо потом будут растягиваться. Если вдруг теплой воды нет, значит берем обычную водичку и в ней с вами растворяем слайдер. В тот момент, пока все это растворяется, я беру слайдер топ и покрываю тот участок, где у меня будет сама декорация. Очень тонко. Вообще толщины здесь не должно быть никакой абсолютно. Я прям вытерла кисточку и прохожу, еще снимаю толщину. Почему? Потому что если мы будем с вами наносить толщину с каждым слоем, то у нас получится в итоге очень такой толстый ноготь, у нас получится прям плюшечка. Ну, это неприемлемо ни для клиента, ни для нас, как топ-мастеров, естественно. Поэтому мы с вами стараемся каждый слой дополнительный, промежуточный, наносить очень-очень тонко, очень. Сушим 15-30 секунд. Для чего? Для того, чтобы у нас у слайдер-топа осталось достаточно жирная дисперсия, и мы наш слайдер в дальнейшем могли еще поправить, если будет необходимость. Размоченный слайдер достаю и сдвигаю вот таким вот способом наверх. Приклеиваю в том месте, где мне это необходимо. И теперь у меня за счет того, что дисперсия хорошая, и у меня слайдер скользит, я могу его немножечко поправить, если мне это нужно. Если он у меня где-то неровно сел, если мне нужно разгладить складочку, я его могу прям вот поднатянуть, потянуть.
подвинуть. Но только очень аккуратно, чтобы вы не испортили сам рисунок. Потому что если вы будете двигать сильно, то у вас может потянуться часть рисунка, и, к сожалению, геометрические элементы уже будут нарушены. Поправляю все, вывожу по центру и просушиваю. Обязательно фиксирую в лампе, для того, чтобы у меня сам слайдер хорошо закрепился. Далее я беру любой баф, любую пилку, без разницы. И убираю излишки со свободного края. Убрали излишки. И после этого я наношу ультрабонд. Ультрабонд нанесли стык в стык, очень аккуратно, чтобы не повредить сам рисунок. Два раза по одному и тому же месту старайтесь не наносить, потому что уже растворенный слайдер может просто потянуться за кисточкой. 30 секунд, 1 минуту сушим с вами его на воздухе. И далее мы перекрываем все слайдер топом. Снова слайдер топом. Очень тонко, и можно покрыть только ту часть, которую мне нужно закрепить. Не забываем закрыть торец. Запечатываем его, чтобы у нас по торцу не было скола. И просушиваем 30 секунд, 1 минуту уже полноценно. Если я хочу приклеить какие-нибудь декорации, а я, конечно, хочу их приклеить, мы с вами решили, что у нас будет такой более современный вариант дизайна. Я могу взять любые декорации, и для того, чтобы мне приклеить их, ультрабонд, праймер, да, они называются по-разному, у них там есть небольшие отличия, тем не менее, да, это одно и то же, ультрабонд, праймер. Ультрабонд, он имеет такую при высыхании, как дисперсионную пленку, он работает как двусторонний скотч. Так, подсушили, и далее здесь я могу просто обезжирить поверхность безворсовой салфеткой. Так как у меня сам слайдер уже запечатан, с ним ничего не будет, я могу просто обезжирить, чтобы сверху не наносить топ-текласс, сэкономить себе время и убрать лишний какой-то слой. Далее я хочу сделать какую-нибудь вот такую отбивку, потому что мне хочется сделать вариант поинтересней. Не просто нанести слайдер, а сделать что-нибудь поинтересней. Приклеили. И сверху уже наношу матовый топ вельвет в качестве финиша. Если боитесь, что шармикон сам носиться будет плохо у клиента, ну, допустим, очень активный клиент, вы можете взять и сам отдельно шармикон просто перекрыть топом текласс тонко, а сверху уже матовый топ. Берем после этого эмпасту и делаем уже прорисовку. Как я сказала, если эмпаста у вас загустела, она может немножко загустеть, когда стоит. Вы можете
взять топ Теклас и разбавить топ Теклас, ее топом Теклас, капелькой, только капелькой, маленькой прям, немного. Берем палитру какую-нибудь и отдельно прям можно нанести эмпасту на палитру, чтобы у нас в баночку не попадала грязь. И работать будем уже чисто с палитры. Смотрите, прорисовка эмпастой должна быть в рисовальный слой. Ни в коем случае мы эмпастой не задаем объем. Если вы знаете, что вы наносить будете толстенько, или вам хочется создать дополнительный объем, можете капельку Текласа капнуть, чтобы эмпаста лучше просыхала. Если вы наносите тонкий слой, обычный рисовальный слой, эмпаста у вас просохнет хорошо. Если вы нанесете толстый слой, что может случиться? Сверху эмпаста схватилась, но внутри не просохла. Это грозит тем, что она быстро сколется. Поэтому с этим аккуратно наносим ее именно в рисовальный слой. Так, сверху, да, слайдера, если я наносила тонкий слой слайдер топа, после его обезжиривала. Все правильно. Вопрос не увидела, но увидела ответ на вопрос. Спасибо, девочки, за помощь. И теперь просто делаем прорисовку. Можно прорисовывать так, чтобы не закрыть рисунок, чтобы он виднелся. Допустим, если вы взяли рисунок черного или белого цвета, очень интересно будет смотреться, если вы частично рисунок не закроете. Края, контур рисунка. Если вы взяли, вот как я, допустим, вот такой вариант, то его можно закрыть полностью и... Тогда у нас получится прям четко фэшн-фактура. Только цвет и только прорисовка. И вот таким вот образом, видите, тонким рисовальным слоем, тонкой кистью мы прорисовываем все элементы нашего нейл-круста. Прохожу сейчас в основном на черновую и потом буду еще все поправлять. И потом буду все это поправлять. Можно будет это присыпать бархатным песком, можно это присыпать будет акриловой пудрой, можно вообще вот так вот оставить, видите, прорисовку. Не обязательно прорисовывать весь рисунок, можно это оставить вот таким вот образом. Эмпаста не течет, и поэтому пока вы прорисовываете, она не будет растекаться. Если вы прорисовку будете делать гель-лаком, допустим, под бархатный песок или под акриловую пудру, да, гель-лак может подплывать, и им нужно работать достаточно быстро. У эмпасты огромный плюс в том, что эмпаста
не растекается, она не течет. И пока вы будете все прорисовывать, пока вы будете все поправлять, с эмпастой ничего не будет, ничего не случится. Если черный или белый фон, как быть с нейл-дрессом? Его же не будет видно. Да, конечно, на черном, на белом фоне, смотрите, на черном фоне можно брать нейл-дресс. Есть белый цвет нейл-дресса, тоже будет интересно смотреться. А на белый фон подойдет либо черный, либо вот этот прекрасно будет видно на белом фоне. Либо вы можете просто прорисовку сделать вручную. Очень тоже интересно, достаточно несложно делаются такие дизайны. Свитерки очень часто прорисовываем вручную, если нет под рукой нейл-круста. Этот дизайн на самом деле он несложный. Если рука не набита, да, конечно, удобнее взять сам нейл-круст и прорисовать его. Если вдруг нет возможности у вас на цвет приклеить нейл-круст, не видно его будет, да, допустим, то просто берете и вручную все это прорисовываете. Как образец сделайте себе скриншот просто самого нейл-круста, чтобы видно было хорошо рисунок. Сохраните себе, и можно будет просто это все от руки прорисовать. Поправляю. Задаю более такие четкие углы, если где-то они скруглились. Видите, эмпаста, она на матовом топе кажется объемной, но по факту толщины здесь как таковой у меня совсем практически нет. Видите? Толщины вообще нет, а хотя сверху смотришь, и эмпаста кажется достаточно такой прям объемненькой. Поэтому это визуальный обман. Мы визуально создаем такой вот объем, но рисуем достаточно тонко. Так, ну в принципе здесь уже все. Можно еще сделать какие-нибудь вот такие вот мазочки. Очень их люблю. Можно черным, можно белым цветом, можно вот так тон в тон выделить. Они прям интересно всегда дополняют дизайн. Какая-то ворсинка у меня тут попала, портит весь вид. Вот такой у нас вариант дизайна получился. Достаточно интересный, достаточно несложный, и повторить можно даже без трафарета. Красота! Благодарю! Кисть линеарная. Я люблю для тонких линий темную синтетику. Именно темную. Белую синтетику я очень люблю под вензеля и под работу с джемти-гелями. Темная синтетика, она идеально подходит для тонких прорисовок. Идеально. Тонкие линии, тонкие прорисовки, все остальное. То есть вот это вот все, вот такой дизайн удобнее мне. Вам может быть по-другому фокус. Удобнее прорисовывать мне все-таки темной синтетикой. Смотрите, вот такой достаточно несложный рисунок. Это у нас художественная роспись, базовый уровень. Имитация такая, дерево в разрезе называют ее по-разному. Очень такие красивые на основании линии зебры. Красивые такие фактуры получаются. Тоже их можно абсолютно прорисовывать без использования трафаретов. Ну и давайте следующий вариант дизайна. Так, вот покажу вблизи, поближе. То есть
эмпаста при высыхании немножечко самовыравнивается, отличное ее свойство. Даже если где-то у вас легкие-легкие есть недочеты, она самовыровняется. Ну, если не иметь в виду, конечно, такие прям барханы. То есть, если вы нанесли достаточно ровным слоем, но есть недочеты, она все это скроет. Бархатным песком, если бархатным песком присыпать, надо сначала слайдер топ продублировать. Нет. А если вы хотите присыпать бархатным песком, вы прорисовываете все, не сушите, присыпаете бархатный песок несколько раз, давая ему несколько секунд, чтобы впитаться в эмпасту. И дальше уже просушиваете все вместе. То есть присыпаете просто на жидкую, не просушенную эмпасту. И следующий с вами дизайн давайте попробуем сделать, ну, какой-нибудь возьмем камуфляж. Ну, предлагаю взять всеми любимый файбер молочный, можно взять 12-ю базу, то есть любой, в принципе, любой абсолютно камуфляж. Сделаем такую фактуру, когда мы вроде бы дизайн делаем достаточно спокойный, но при этом сверху мы можем добавить какие-то элементы при помощи эмпасты. Ну, спокойный я имею в виду не совсем спокойный, прям, конечно, нюдовый, чистый камуфляж и все. Я имею в виду на камуфляж, мы на камуфлирующую базу или на пиленый цвет, когда наносим с вами сразу какие-нибудь слайдеры, что-нибудь такое, то есть без добавления нижнего слоя цвета. Это сейчас тоже достаточно актуально и пользуется хорошим спросом. Так, я покрываю сейчас, конечно же, тонко, плюс у меня самотипса розовая, и у меня файбер база будет не прям молочного белого оттенка, как мы привыкли ее видеть, потому что мне нет смысла здесь делать полноценное выравнивание. Ну, скажем таки, у меня самотипса уже арочная, если я попробую здесь сделать выравнивание полноценное, то у меня просто-напросто будет пирожок. Так, можно песок смешать с мелкими блестками, можно. Конечно, можно, тоже будет интересно. Вы можете присыпать, в принципе, чисто мелкими блестками полупрозрачными. У нас в нашей, среди наших материалов, у нас это блестки 24-е. Они полупрозрачные, там целая серия идет блесток 24-е, 25-е. Еще не помню, какие оттенки. Они имеют основу полупрозрачную и очень красивый получается эффект. У вас цвет эмпасты проявляется и, ну, как бы блестит при этом. Такой эффект блестящего бархатного песка. Очень классно смотрится. Зимой, кстати, на Новый год достаточно интересные дизайны получаются вот при помощи этих блесточек. Сейчас покажу вам их в каталоге. Доброе утро всем, девочки, кто присоединяется. Девочки, мальчики, возможно. Доброе утро, добрый день. У кого-то, может быть, возможно, уже и вечер. Допускаю даже такой момент. Так, нанесли. Просушиваю. Сейчас покажу вам пока в каталоге. В каталоге эти блестки. Очень прикольные. Это не пигмент, это именно блестки. Смотрите, есть пигмент полупрозрачный. Они именно как такие микрохлопья. Вот эти пигменты, они прям вот как пыль. Как пигмент для втирки. Вот эти они хлопьями идут. Я говорю сейчас о вот этих. Пыль полупрозрачная. 24-й они имеют такой золотистый отлив.
25-е, они, знаете, как мультицветные, у них несколько оттенков, они несколькими такими переливами играют. И 31-е, они зеленоватые, имеют отлив. Эфир у нас на тему «Работа с новой эмпастой. Осенняя коллекция Fall in Love». Добрый день из Праги. Добрый день, Прага. Всем здравствуйте. Дизайн не с нейл-крустами, девочки, у нас. У нас тема именно дизайны эмпастой, новой эмпастой. Перекрыли. Дальше я предлагаю взять какой-нибудь интересный слайдер. Это может быть что-то вот такое. Тоже прикольная коллекция, мне они очень нравятся. Может быть, что-то более яркое. Из этого яркого, допустим, вы можете вырезать какие-нибудь такие элементы. Это может быть газетный принт. Вот такие элементы тоже очень классно смотрятся. Давайте вот такое что-то. У нас эфиров на газетную тематику достаточно много. Давайте возьмем вот такой вариант. Что-то необычное отсюда. Очень люблю такие неординарные дизайны, с которыми можно предаться фантазии. Можно свою фантазию раскрепостить, раскрыть и сотворить что-нибудь прям вау. Смотрите, здесь у меня база, здесь файбер база, и у нее есть дисперсия. Я могу сейчас, так как у меня элемент, он небольшой, он будет чисто по центру, он не будет выходить за пределы ногтя, я могу этот элемент приклеить не на слайдер топ, а на дисперсию базы. Но сверху я обязательно все перекрою также слайдер топом, как обычно. То есть сейчас я буду клеить этот элемент на дисперсию моей базы. У цвета дисперсия, она пересыхает, она не такая жирненькая. У базы дисперсия достаточно хорошая. Приклеила. И разравниваю. Видите, дизайн получается у меня в центре. Он не выходит за границы ногтевой пластины. Соответственно, у меня не будет шанса у него сколоться. Обязательно подсушу немножко. Это новый, да, девочки, это новый nail dress. Это у нас nail dress. Сейчас я вам скажу его номер. Это nail dress 77 эстетика. Это из последней вот коллекции, как раз осень-зима, декорации осень-зима. Это новый вот такой вот прикольный nail dress. Смотрите, у него есть и такая осенняя тематика, очень сейчас актуальны вот такие листья, ветки на фоне легкой-легкой акварели. Вот такой вот вариант, да. И есть, видите, более уже фантазийные какие-то элементы. Медуза Горгона, класс. Достаточно символично, девочки, приклеить себе медузу Горгону и прийти домой с ней, да. И после этого мы обязательно с вами, после того, как зафиксировали, должны пройтись nail ультрабондом и сверху уже зафиксировать полноценно, как обычно, по технологии слайдер топом. Стык в стык, чтобы у меня ни в коем случае не размазался мой рисунок. 30 секунд, 1 минуту сушим на воздухе. Здравствуйте, девочки. Да, у нас на Эми Official эфиры по вторникам, но бывают какие-то там сдвиги, форс-мажоры. В основном по вторникам в 10:00, все правильно. На моем аккаунте эфиры проходят, ну, к сожалению, пока еще не в нормированное время, когда есть возможность.
На этом аккаунте у нас каждый вторник в 10:00. Если вдруг эфир сдвигается, мы обязательно анонсируем это, поэтому следите за анонсами в сторис. Мы всегда анонсируем все передвижения эфиров. Если ничего нет, то эфир в свое время выйдет вторник в 10:00. Рада вас каждый вторник видеть. Я зафиксировала. Все, мой слайдер неподвижен. Теперь я могу обезжирить и что-нибудь приклеить. Слайдер, видите, он зафиксирован слайдер топом. Я сверху могу делать что угодно. Стирать, рисовать, еще раз стирать, еще раз рисовать. Вообще не имеет значения. У меня уже все зафиксировано внутри. И что-нибудь сверху давайте добавим интересненькое. Драма Куин. Ой, как символично. Давайте. Не могла пройти мимо. Не могла. Кто знает, тот поймет. Не могла пройти мимо. Сделали. И теперь я все перекрываю матовым топом. Почему очень люблю матовый топ? Ну, во-первых, я сам матовый топ обожаю. Во-вторых, под дизайны с эмпастой матовый топ очень классно подходит, потому что контраст фактур, который получается мат-глянец, глянцевая эмпаста и матовый топ, он очень завораживает. Клиенты просто в восторге. Когда вы вот сейчас просушите матовый топ и будет фактура такая прям бархатистая и сверху глянцевая эмпаста ляжет, вот, ну, эффект очень классно получается. Ставьте будильник, девочки. Закрепляю зеркальную втирку слайдер топом. Все равно подтирается с торца. Подтирается в торца. На что крепите? Напишите лучше в директ. Давайте с вами там разберемся, потому что здесь сейчас в эфире очень сложно будет вам ответить. Лучше напишите мне в директ. Я постараюсь разобраться, в чем может быть вопрос, в чем может быть проблема. Так, ну и давайте сюда возьмем что-нибудь яркое из этой коллекции. Предлагаю взять вот эту эмпасту. Либо эту, либо фиолетовую. Они очень... Обе классно подойдут, потому что дизайн у нас сейчас получился достаточно такой нейтральный. И, в принципе, и та эмпаста очень интересно подойдут к нашему... Давайте фиолетовым. Мы все время розовый, розовый. Давайте фиолетовым поработаем. Так, также выкладываю небольшое количество на палитру. Смотрите, у эмпасты, когда она постоит, может быть вот такое вот отделение быть жидкости. Это ничего страшного, вы все перемешали тщательно и дальше работаете. Пигмент мог немножечко разделиться, это не страшно. Вы перемешали и работаете полноценно дальше. Ничего в этом страшного нет. Это значит, у вас эмпаста достаточно долго просто постояла. Ну и здесь можно доработать какими-то кляксами, можно доработать, наоборот, геометрическими какими-то элементами дизайн. Единственное, смотрите, чтобы у вас не было толщины. И включаем фантазию, поехали фантазировать. Можно потолще, можно потоньше. Здесь уже не важно. То есть здесь уже нет каких-либо ограничений для вас. Потоньше, потолще, я имею в виду, девочки, именно
прорисовку. Именно прорисовку здесь уже не имеет значения, что вы будете рисовать. Самое главное, чтобы ваш слой был именно рисовальный. Чем мне очень нравится эмпаста, тем, что эмпастой тонкие линии прорисовать гораздо проще, чем, допустим, тем же гель-лаком. Лишнее можно стереть. Красивую кляксу. Давайте я подсушу немножечко. Кляксы на самом деле, они на то и кляксы, чтобы быть кляксами. Они не имеют какую-то форму. То есть, в принципе. Смотрите. В принципе, она может быть любой формы. Самое главное, если я правильно поняла те кляксы, которые вы имеете в виду, самое главное, чтобы у кляксы был такой вот кругленький достаточно край, и дальше она должна обязательно сходить всегда на тоненькое, чтобы быть интересной. И пошли у нас здесь уже абсолютно фантазию включаем. Клякса, она должна быть кляксой. Если вы попытаетесь кляксу как-то интересно оформить, она уже у вас может быть не кляксой. Ну, вообще, вот просто кляксу. Бывает же красиво, а у меня размазня какая-то, девочки. Иногда это вам кажется, что у вас какая-то размазня, а по факту получается очень даже интересно. И клиентам нравится. Ну вот. Прям клякс. Здесь можно как-то ее поднатянуть. Дальше пустить. В общем, как-то так. Самое главное, чтобы она не была у вас примитивно ровная. Чтобы не было, вот видно будет, да? Не было у вас как-то примитивно вот это все сюда, то есть равномерные какие-то линии, равномерное расположение, оно уже будет по-другому совсем смотреться. То есть наша задача, чтобы это было вот где-то
так пошли, где-то подлиннее, где-то покороче, где-то вообще прям пустили вот такую там грязь. То есть, чтобы она была достаточно такая интересная по фактуре. Если она у вас будет банально одинаковая, ну, это уже будет больше и пошли играться. Смотрим, куда мы еще что-то хотим добавить. Понятно, да, о чем я? Стараемся, чтобы не было вот такой вот симметрии в этой кляксе. Клякса будет неинтересная. Она будет детский сад. Поэтому стараемся именно ее как-то размазать. Так, ну что? Ну что? Я вам пыталась показать, что на самом деле эмпастой мы можем творить не только с вами какие-то такие примитивные элементы, но и играться эмпастой мы можем абсолютно по-любому. В стиле бархатного песка, в стиле клякс, прорисовок, геометрии. То есть здесь уже наша фантазия идет в ход. И что мы получим, никому не известно. Это известно, даже нам не известно, что мы при этом получим. Но что-то обязательно интересное. Не бойтесь фантазировать, не бойтесь пробовать что-то новое. Из 10 типс, даже если они вам не нравятся, обязательно какая-нибудь одна будет вау, которая будет пользоваться спросом у ваших клиентов. Привет, Швейцария! Как круто, девочки, вообще! Очень приятно вас видеть, читать, слышать из других совершенно уголочков нашего огромного мира. Так, ну что, еще раз напоминаю, мы сегодня с вами рассматривали набор новых эмпаст Fall in Love. Эмпасты очень классные. Эмпасты, оттенки эмпастов перекликаются с коллекцией нашей Эгоизм. Поэтому, кто любит делать фэшн-фактуры, особенно идеальный вариант. Это поначалу. Если вы будете отрабатывать свои навыки постоянно, постоянно каждый день стараться к чему-то двигаться новому, поверьте, через полгода, через год вам это не будет уже казаться чем-то сверхъестественным. Вы на это на все посмотрите и скажете: а я тоже так умею. Я вам гарантирую. Самое главное — не стоять на месте и постоянно какие-то искать новые для себя решения, новое вдохновение. Обязательно учиться, учиться, еще раз учиться. Можно заменить бархатный песок акриловой пудрой. Да, у него более мелкая консистенция, но тем не менее смотрится тоже очень интересно. Все, я рада была вас всех видеть. Жду вас в следующих эфирах.